Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях расскажу вам я, Наталья Богданова, и мои коллеги. Но сейчас перейдем к главным темам выпуска. В Оренбурге не будет референдума по возвращению прямых выборов мэра. Мошенники навязывают горожанам газовые счетчики. Том Сойер Фест в Оренбурге завершил реставрацию дома на Ленинской. Об этих и других новостях подробнее расскажем в выпуске. Референдума по возвращению прямых выборов мэра и глав муниципалитетов в Оренбурге не будет. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона. Очередное заседание Законодательного собрания области состоялось 17 октября. Депутаты рассмотрели порядка 40 вопросов, в их числе проведение референдума. Большинство, 34 депутата, высказались против. Смысл рассматривать вопрос прямых выборов на референдуме отсутствует, заявил журналистам Александр Куниловский. У нас все нормы сегодня закреплены региональным, федеральным законодательством, это определено. И смысла по порядку избрания глав муниципальных образований сегодня рассматривать этот вопрос на референдуме, он отсутствует. Но с другой стороны, есть общественный запрос, и инициативная группа, она же не зря появилась. Свою точку зрения скажу, что сегодня достаточно объективная и демократическая норма определения, кто будет главой муниципального образования. Мы готовы провести открытый диалог. Ну, не в форме референдума, потому что референдум все-таки это организационно очень сложно, сам по себе и дорого. Мы готовы идти на то, чтобы изменить региональное законодательство. Если, подчеркиваю, если это будет большинство, мнение большинства избирателей. Напомню, что ранее в Оренбурге образовалась инициативная группа из активистов, представителей общественных объединений и депутатов, за исключением партии «Единая Россия». Ее члены попытались вернуть прямые выборы мэра города. Этот вопрос поднимался на одной из протестных акций. Если бы мэра выбирали горожане, ситуации с заключением градоначальника и его зама под стражу бы не произошло, высказывались активисты. Прямые выборы изменят в первую очередь ответственность людей, которые будут избраны. Он должен понимать, что на следующий срок ему надо не договориться с кем-то, а ответить на вопрос, почему он поступал именно так. Второе – это ответственность людей за свои решения. Ранее специалисты социологического центра «Общественное мнение» проводили опрос на территории нашего региона. 65% опрошенных высказались за прямые выборы мэра. К другим изменениям. На заседании депутаты Законодательного собрания пересмотрели величину прожиточного минимума для пенсионеров региона на будущий год. Его повысили на 2,5%. Теперь он составит 8252 рубля в месяц. Стало известно имя еще одного возможного кандидата на должность главы Оренбурга. О своих намерениях в социальных сетях заявил Андрей Приказчиков. Андрей Приказчиков является директором Народного музея защитников Отечества. Несколько раз он становился участником и организатором протестных акций, касающихся проблем города и сохранения музеев. В своем обращении к подписчикам Приказчиков упомянул о плане развития города на ближайшие 5 лет и привел несколько позиций. Не воровать и не дать воровать другим, систему ЖКХ полностью вернуть в руки городской администрации, работать над созданием новых рабочих мест и другие. Напомню, что ранее председатель городского совета Ольга Березнева заявляла, что на должность мэра может баллотироваться любой оренбуржец, достигший 21 года. Для этого нужно предоставить комиссии перечень необходимых документов и план развития города на ближайшие 5 лет. Отмечу, что на заседании, где официально отстранили от должности Евгения Арапова, о намерениях баллотироваться на его должность никто из депутатов не заявил. Отмечу, что сегодня в конкурсе на должность мэра официально заявлен только один кандидат – руководитель Оренбургского регионального отделения партии РПР «Парнас» Сергей Столпак. Он подал документы в конкурсную комиссию. Конкурс по избранию нового главы Оренбурга может состояться 10 декабря, сообщает Урал56.ру. Официальную отставку Евгения Арапова и предстоящий конкурс на должность главы Оренбурга объявили больше недели назад. За это время в кулуарах обсуждалось несколько возможных кандидатур, которые могут занять этот пост. Однако оренбуржцы с трудом верят в то, что главой города может стать человек, никак не связанный и не приближенный к нынешней власти. Проблем в нашем царстве и государстве, в том числе в нашей области. Поэтому вполне естественно, кто-нибудь да придет к власти, в том числе тот, кто... Сейчас не руководит? Нет. А? Потому что у нас так не работает это. Ну, вполне возможно. И причастный, почему бы и нет? Доверяю. Верю, потому что много молодых, умных людей, вот, которые могут занимать эти посты. А старых пенсионеров, которые уже засиделись и
как говорится, ставят за собой то брата, то свата, то это. Вот их надо немножечко разгонять. Нет, не верю. Ну, потому что я не стану мэром, я не причастен к власти. Да? Но есть надежда, а почему бы и нет? Нет. Не знаю, там только свои люди, мне кажется. Ну, почему бы нет? Может? Может быть. У нас мало, что ли, таких людей, которые могут занять место мэра. Грамотные. Под видом сотрудников газоснабжающей организации в Оренбурге работают недобросовестные продавцы. Горожанам мошенники навязывают приобретение счетчиков, ссылаясь на новые требования законодательства. За 9 месяцев этого года в управление Роспотребнадзора обратилось уже 30 человек, которые попались на уловку лжегазовиков. Они представляются сотрудниками энергосбыта и убеждают заменить прибор учета электроэнергии до истечения срока эксплуатации. Приходят некие лица, иногда даже одетые в примерно похожую форму, и под видом проверки счетчиков предлагают, лучше даже сказать, навязывают установку газосигнализаторов или электросчетчиков. При этом, конечно, необходимо отметить, что установка газосигнализаторов не является обязательной, и подобного законодательства у нас нет. Стоимость таких услуг в большинстве случаев завышена. Ну и, кроме того, происходят подобные случаи в основном с пожилыми людьми, пенсионерами, потому что ходят по домам именно в дневное время. Формально подобные организации не нарушают закон. Они заключают договор с жителями на оказание услуг. В этом случае гражданам могут посоветовать только обратиться в суд, чтобы подтвердить, что сделка заключена путем обмана. Конечно, прежде чем допустить к себе в дом незнакомого человека или даже к электросчетчику, который у нас обычно у всех стоят в тамбурах там, или на территории двора, необходимо проверить документы. У представителей ресурсоснабжающих организаций обязательно должно быть удостоверение личности. Они ходят в особой форменной одежде. Если возникают какие-то вопросы, то перед тем, как допустить человека для проверки счетчиков, можно позвонить по телефонам, указанным в квитанции, и уточнить, является ли этот человек представителем ресурсоснабжающей организации. Сойерфест в Оренбурге завершил работу над домом номер 5 по улице Ленинской. Фестиваль направлен на восстановление исторической среды города. Тему продолжит Екатерина Хигай. Вначале сложно было все. От того, просто чтобы начать что-то делать с фасадом, это было просто-напросто страшно. Достаточно трудно, просто как бы иногда бывает, откладывая свои дела какие-то, просто ответственно приходишь, нет, мы собрались, нужно сделать что-то. Меня радует, что я в своем городе что-то сделала. Меня радует, что я к чему-то прикоснулась именно своими руками. Это вообще нужно делать. Нужно сохранять свою историю, потому что история России очень обширна, богата. Мне нравится этим заниматься, это классное дело. Я думаю, что мы вообще хорошее что-то творим в этом мире. Идея появилась от безысходности, потому что очень много говорилось о ценности исторического наследия в Самаре, каких-то идей предполагалось, но в итоге реставрировалось по паре тройки зданий в год. Мы очень много тоже писали и говорили, но потом поняли, что надо, наверное, начинать что-то делать сами, чтобы что-то изменилось. В прошлом году фестиваль Tom Sawyer Fest впервые прошел в Оренбурге. Волонтеры за 3 месяца восстановили фасад здания на улице Маврицкого, 72. Дом оказался с богатой историей. Когда-то в нем проживала Мадина Рахимкулова, автор книг и член географического общества СССР. Болеешь за это дело душой. И вот благодарность у меня до сих пор вот сохранена, потому что дом выглядит, квартал изменился. Просто новых людей, конечно, хотелось в этом году побольше, вот, но... Не знаю, будем стараться, будем работать над тем, чтобы в дальнейшем все-таки побольше привлекать, потому что, конечно, мы ждем горожан, мы ждем новых личностей, потому что Tom Sawyer Fest – это больше не столько про город, а столько больше про людей. В доме на Ленинской, 5, жил российский художник-авангардист Сергей Калмыков. На здании висит мемориальная доска, которая и привлекла внимание волонтеров фестиваля. В этом году у нас было довольно сложное согласование, то есть здесь дом многоквартирный, дом находится в ведении управляющей компании, и там процедура согласования была намного сложнее. Плюс по самому дому большой сложностью являлась все-таки его высота.
У нас мало людей, которые готовы работать на высоте. Сначала как-то не поверилось, что люди на добровольных началах будут нам что-то делать. Едут люди, останавливаются и смотрят, как красиво. Ой, вообще, я вчера сама приехала и смотрю, думаю, ой, какие мы цивильные-то. Обычный дом, который был, ну, может быть, ничем не примечателен. Может быть, мы проходили мимо и даже на него никак не обращали внимания. Как-то выделить, подчеркнуть достаточно небольшими средствами. Вот. И, конечно, зажечь людей. Очень хочется показать, что можно сделать это самим, и можно сделать это в удовольствие. Суть просто нашего движения, то, что мы отремонтировали один дом, и к тому же не полностью, только один фасад, это, конечно, капля в море, вот. Но самое главное, то, что мы людям показываем, что вот старая среда, это не развалюхи, это не старье, это красота, которую нужно беречь. В понедельник в Оренбурге с концертом выступила рок-группа Би-2. Знаменитые музыканты презентовали новый альбом «Горизонт событий». Фееричное шоу посетили около 5000 оренбуржцев, в их числе и наши корреспонденты. Сегодняшний вечер под предводительством основателей группы Лёвы и Шуры обещает быть фееричным. Альбом «Горизонт событий», песни которого звучали с оренбургской сцены, вышел в ноябре 2017 года. Для рок-группы он стал юбилейным 10-м. И уже по традиции в альбоме нашлось место для необычных музыкальных экспериментов. Речь прежде всего идет о песне «Пора возвращаться домой», которую рок-музыканты записали вместе с Оксимироном. В песне музыканты рассказали о сложной судьбе иммигрантов, которые уехали из СССР в довоенные годы, и об их желании и стремлении вернуться на родину. Представили световое шоу, анимация на экранах позволяла видеть лица любимых исполнителей даже на задних рядах. Зрители получили флаеры, которые в момент звучания песни «Лайки» окрасили зал в красный цвет. Новый альбом определенно понравился горожанам, однако заядлые фанаты очень ждали старые хиты группы, такие как «Серебро», «Варвара» и «Мой рок-н-ролл». Так по-настоящему, прям вот хотите что-то изменить в жизни, чтобы поднять настроение вот на концерт, это лучшие эмоции, которые ты не передашь. Привела ребенка первый раз, моей дочке 13 лет, она слушает уже, но на концерте первый раз. Мне очень понравились песни с нового альбома, а ребенку нравятся, конечно, вот старые такие хиты. Да, вообще классный концерт, обожаю Би-2 и хотелось, чтобы чаще приезжали к нам. Эффекты какие-то световые, цифровые элементы, на все понравилось. Вообще первый раз на таком вот концерте с таким звуком. Валерия Шарова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в мобильном приложении Уфанет ТВ, которое можно скачать в App Store и Google Play. По всем вопросам звоните по номеру 09388. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.